Заряженные и спортивные, в белоснежных кимоно. Одинцовские представители активного долголетия на международной выставке-форуме «Россия». Честь открыть новый стенд в павильоне «Семья». Работа долголетия выпала не всем. Однако наши долголеты в числе приглашенных. Мастер-класс по традиционному карате продемонстрировали всем желающим. Современное карате – это про тело, это про здоровье, это про самосовершенствование, про развитие себя, постоянный рост. В здоровом теле здоровый дух. Такие простые истины исповедуют больше 40 лет Павел Черноусов. Своей жизненной энергией и многолетним спортивным опытом щедро делится не только с детьми. Приобщил карате и старшее поколение. Люди с интеллектом, они с удовольствием занимаются таким карате. Они понимают, что их не заставят там драться в касках со слюнями, с кровью, там еще чем-то. То есть адекватное такое сопоставление возможностей человека и задач, которые перед ним ставятся. И вот это вот аккуратное сопоставление приводит к тому, что они выходят на хороший уровень. Кто-то черные пояса получает. Представители из Одинцова своим выступлением собрали почти что аншлаг. На личном примере показали, что быть активным и здоровым никогда не поздно. Михаил Габович, народный артист России, много лет работал в стенах Большого театра. Сейчас не пропускает ни одного крупного культурного, образовательного и спортивного мероприятия. Признается, увлечен карате всерьез. Карате – это философия, прежде всего. Это органика. Это взаимосвязь духовного и физического. То есть нельзя отдельно рассматривать просто какие-то комбинации движений или улучшение ударов и поз и так далее. Это все взаимосвязано. Организаторы обещают, на выставке-форуме «Россия» посетителей еще ждет много интересного. Работать она будет до 12 апреля 2024 года. Еще есть время, чтобы увидеть все своими глазами. Карина Еряшева, Татьяна Вернюковская, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».